продолжаем нашу постоянную матч конференцию. Просто выключить мобильные телефоны, либо поставить их на бесшумный сигнал. Наставник Владимирской торпеды Евгений Евгеньевич Дурнев. Евгений Евгеньевич, ваш комментарий по сегодняшнему матчу и повлияло ли на его исход вот та пауза необычная при отсутствии цвета? Вы знаете, как бы игра не складывалась, там хорошо или плохо для нас, все равно обидно не то, что проигрывать, пропускать за 30 секунд до конца основного матча, до основного времени, до конца. Очень обидно, да. Я не хочу сказать, что мы сегодня играли что-то там хорошо, да. Это другое дело. Дело в том, что за 30 секунд надо было сделать все, чтобы удержать это преимущество. Вот. К сожалению, такое количество футболистов опытных в команде, и вот до сих пор как бы случаются такие вот казусы. Вот. То, что свет потух, я думаю, сейчас можно поискать причину в чем угодно. Да. Может быть, поток свет для нас стало хуже, да, какая-то была пауза. Для них стало чуть-чуть получше, может быть, они еще более как бы, какой-то уверенности почувствовали за счет этой паузы. Ну, конечно, неприятно, потому что ну, игра прерывается, ну, как бы это тоже нервирует. Да. Когда она начнется, начнется ли она вообще, да, ну, произошел такой инцидент, ну, произошел. Вот. А по поводу игры, да, сделали такое количество замен, всех впереди поменяли, 5 человек поменяли в группе атаки. И ничего не смогли сделать. Понимаете, такое количество футболистов в команде. И не знаем, что ожидать от выходящих на замену. Хотим, чтобы что-то улучшалось по игре впереди. А такое впечатление, что еще окончательно добиваем команду. То есть 5 человек сзади отбиваются, а 5 человек впереди, ну, не то, что помочь отбиться. Даже и этого не могут сделать. То есть вот такая какая-то вот разношерстная у нас такая вот ситуация. Да. Попробуем что-то поправить. Я думаю, что вот после сегодняшней ячейки, то есть и имеет право быть тому, что надо какое-то количество футболистов в команде поменять в основном составе. Знаете, до последней этой игры мы шли по принципу победный состав не меняют. Мы не делали каких-то таких перестановок, есть только совсем вынужденные, что футболист не мог играть. Сейчас я думаю, что есть смысл перетряхнуть, потому что ну, кто-то откровенно устал, кто-то откровенно просто не тянет. Попробуем из того, что есть, создать какой-то, вот, опять же, боеспособный коллектив из 11 человек, которые выйдут на игру в Карелии. Спасибо. Ваши вопросы? Первый тайм. Одна игра, второй тайм, совершенно другая игра. Может быть, вот влияет то, что команда забивает, и как будто, ну все, достаточно, мы уже будем теперь обороняться. Подсознание, не ваша именно установка, а именно вот подсознание футболистов. У меня такое впечатление, что кто-то боится играть в футбол. Да? Мы делаем установку на то, чтобы забить быстрый гол. Мы хотим этого. Да? Забиваем быстрый гол. Игра какими-то эпизодами дается с таким преимуществом, можем дальше развивать успех. И потом просто все рушится, да, в одночасье рушится. Да. Отчасти понимаем, из-за чего это происходит. Да. Конечно, там, это наши внутренние проблемы, отчасти понимаем. Да. Но я, честно говоря, не пойму, как так, при таком количестве опытных футболистов, почему именно вторые таймы у нас получаются вот такими проблематичными. Да, и у нас до этого игры дома складывались вот таким образом. Да, ну, с первого тайма нельзя же удерживать счет. Да. Кто-то боится играть, кто-то не знает, как играть, кто-то просто выпадает, да, кто-то не в форме, кто-то еще в чем-то. Да. Все жду и не дождусь, когда хотя бы хоть как-то все тут устаканится, как бы, да, какие-то травмированные станут в строй тут все. С этими молодыми футболистами непонятно. Да, по сегодняшней игре мы сейчас сидели с Александром Евгеньевичем, обсуждали, уже быстренько так перекинулись с этими молодыми футболистами. Такое впечатление, что, знаете, как, да, надо их по 15 минут. 15 минут играет, но если ни в какие ворот не лезет следующего, То есть такое впечатление, что их надо держать в обойме. Потому что надеялись на одного,
не получилось. Надеялись на второго, просто развалил все, да. Но третьего, к сожалению, не было, да. То есть решили с двумя сегодня молодыми футболистами. Да, это тоже одна из причин. Вот. И опять же подталкивает нас к тому, что зимой надо что-то искать, надо искать на стороне, потому что ну, в таком виде, как бы, да, ни в какие ворота не лезть. Еще вопрос. Ну вот о хорошем, если да, все-таки мне кажется, что, если позволить свое мнение, да, получалось вот игра, и особенно на втором этаже, наверху, вот, была какая-то установка специально, да, и гол, да, первый гол, и головой забит. Да. Есть у нас определенные моменты в игре, на которые мы сейчас делаем ставку. Есть у нас определенные моменты. Но это опять же, исходя из того, какие футболисты на поле. Да, вы понимаете, если такие футболисты на поле, то мы одни цели преследуем. Если другие футболисты немножко, мы пытаемся играть в другой футбол. Да. Постоянно что-то варьируем, постоянно что-то меняем. Именно ищем сильные стороны каких-то футболистов. Да, вот Тушаков сегодня забил голову, да, но вот, не знаю, неделю целую мы его уговаривали, чтобы он приходил в эту штрафную и наигрывали его, чтобы он, ну, грубо говоря, вбегал, обострял игру. То есть и рост у него есть, и подвижный он такой футболист. Вот сегодня у него получилось. Просто потом все развалилось, да. Но это уже другой момент, да, как это наладить, да. Ну, мы тоже об этом непрестанно говорим. А то, что вверху, ну да, у нас такое количество рослых футболистов, как бы, да, я думаю, что, ну, правильно, наверное. Так они, если еще и рослые футболисты не будут играть головой, да, но, к сожалению, самый важный момент по игре головой мы проиграли, вот, потому что вот на последней этой минуте мы проиграли борьбу головой, Чилидзе проиграл ее на фланге, да, мяч вернулся на нашу половину поля, и мы получили гол. Так что где-то забили, а где-то на самом тоже важный момент проиграли. На Балове был пенальти, как вы считаете? Ребята все говорят, был. То есть был момент, звук удара, ребята все говорят, был. Вопрос в том, что судья еще оценивает вот этот сам момент падения. Да? Если он кажется ему с какой-то долей симуляции, да, то скорее всего это даже если он прям вот явный, с какой-то с неправильным падением. Да? Судья его может оценить по-любому. Ну, я ничему не удивляюсь, да. Вот какой тур? Девятый? Ну, мы не то, что ни одного пенальти. Я думаю, что мы еще туров 9, наверное, ни одного пенальти. Потому что, как бы, да, и игроков таких нету, да, которые бы могли что-то пойти на это, да. А если вот и есть что-то подобное, то даже сейчас вот и упасть правильно не мог. Да, даже при касании, при контакте. И судьи еще реагируют на все это так. Поэтому тоже большое мастерство, как бы, да, создать пенальти и как бы упасть. Тоже большое мастерство. Хотя иногда премьер-лигу смотришь и диву даешься. Но вот, такие дают пенальти, что как бы, да. Ну, вроде бы у нас и посерьезнее момент. Так что. Коллеги, еще есть? Хорошо. Спасибо.